Владимир Вольфович, да. Скажите, пожалуйста, провозглашая с высоких думских трибун, сотрясая воздух там кулаком и другими частями тела и всячески отрицая очередную какую-нибудь инициативу правительства, будь то налоговый новый кодекс, трудовой кодекс там, или еще какой-нибудь, ругая всех, упрекая и всячески отрицая важность того документа, его системность, который выносится на обсуждение Государственной Думы, затем вы предаете, по сути, все ваши избиратели, которые, собственно, и ценят, и любят вас, и, наверное, голосуют только потому, что вы занимаете вот эту непримиримую позицию, ваша фракция как один, кроме вас, это надо очень важно этот момент заметить. Владимир Львович лично... 40 секунд на вопрос, 40 секунд, это не выступление. Владимир Львович, только вопрос. Владимир Львович лично не предает. Он дает команду, чтобы предала целая фракция. Так вот, затем все голосуют за этот закон, даже за антинародный закон. А Владимир Львович чистенький и пушистенький говорит, а я не голосовал. Но вы, вопрос. Я сейчас выйду, встану и уйду, если не будете вести дискуссию. Вопрос он задает мне, 40 секунд. Он делает выступление. Ну что, он авантюрист, проходимец, пришел сюда к вам в студию. Вы уже отвечаете? Он же лжет, он ничего не знает, что в Государственной Думе происходит. Так ответьте ему. Ну я что делать? Я хочу задать. Я встаю и ухожу. Вы уже задали вопрос. Или он замолчит, или я ухожу из студии. Нет, вы отвечаете. С придурками я сидеть не могу в одном зале. Вы отвечаете, Это типичный придурок, сумасшедший, посмотрите на его глаза. Сумасшедший, больной человек, как и его кандидат президенты. Куда уехал его кандидат президенты? В Америку. Кандидат президента в России сидит сейчас в Америке. Предатель там получает деньги из Госдепа. В Госдуме, уважаемый придурок, кандидат в президенты, мы голосовали так, как мы считаем нужным. Это ЛДПР. И я ее руководитель. И вам, подлецу, никогда не позволю говорить о том, что кто-то кого-то предает. Это партия, которой 20 лет. И за нее голосуют миллионы людей, в том числе 13 миллионов. За вашу партию придурков и сумасшедших проголосовало меньше 1%. Сейчас не мешайте мне. Сейчас же не мешайте уже. Сейчас же не мешайте мне. Не умеете вести дискуссию, теперь я буду вести дискуссию. Пожалуйста. Вот с такими вот негодями. Посмотрите на его лицо. Больной человек. Шизоид. Посмотрите. Любой психиатр скажет, сумасшедший. Поэтому мы приняли все законы и снова будем принимать. Потому что если вы имеете высшее образование и преподаватель вуза, то вы работаете по законам, которые мы приняли. Зарплату вам повышают, это мы сделали. Армии сегодня дают все больше, это мы сделали. О чем вы говорите? О каком предательстве? Все законы, гонг будет, придурок, гонг будет звенеть. Уши еще не работают у тебя? Вот гонг будет звенеть, тогда и закончится время. Все законы нужны. Если есть плохие законы, мы вносим поправки. Вот сейчас внесли поправку и снова увеличили добавки. И мы критиковали, и будем критиковать. А законы нам очень нужны. Поэтому так перед всей страной. Говорить о том, что мы как там голосуем, вы должны быть в Думе. Вас никогда не было и не будет в Думе. Потому что больных людей, избиратели, никогда не выбирают Государственную Думу. Парламент именно для принятия законов. Если вы собираетесь идти в парламент не принимать законы, спасибо, Владимир ваше Владимир место на улице или в психушке. Ваш вопрос, да, Владимир Михайловне. Пошел вон отсюда из студии. Это не дело. Я тебе сказал, пошел вон отсюда. На вас пошел отсюда нахер, подонок. Что отсюда? Ужас. Тебе сказали. Я еще раз говорю, я подам в суд. Пошел куда хочешь, это какой суд можешь идти? Размажу тебе всю голову. Ну. Преподаватель ты, ты дурак. Такой... Возьми его отсюда, выкини, что ты стоишь, Олег? Что? Так, что? Возьми за шкирку, скотину эту. И да вы что, оттуда. С ума посходили? Что отсюда, подлец? Посмотри. И негодяй, я тебе покажу. Так сказать, негодяй такой, чтобы тебе близко не было, скотина. Выгони его отсюда, подлеца. И расстреляй его там в коридоре. Сволочь такая. Я тебе покажу. Мерзавец! О, Боже!